Итак, ну что ж, всем привет, с вами снова Михаил. Это вообще мое прохождение игры, продолжение прохождения игры Assassin's Creed, вторая часть или Creed Убийца. Также вторая часть, по-любому можно называть, в общем-то, либо английском варианте, либо русском, без разницы. Так, и в общем, эта серия, как у нас по счету, если не ошибаюсь, наверное, будет серия по счету седьмая. А, в общем, в этой серии нам нужно будет... Так, что у нас там открыто интересно? Точки обзора. Так, ну ничего больше такого интересного нету. Так-то, пока что. Отправляемся тогда по сюжетному квесту. Может, нам ничего пока не остается. Так, что-то по звуку интересно посмотреть, настолько как-то нормально со звуком, там все. Надеюсь. Да, все нормально, как бы настроено более-менее. Более-менее все настроено. Ну что ж, продолжаем то проходить, в общем-то, эту часть серии Assassin's Creed. Assassin's Creed второй части. В общем-то, бежим. Направляемся в следующей точке назначения. Если не ошибаюсь, напомню, у нас будет миссия, связанная со спасением Лоренцо Медичи. Ужасно. Этот капюшон старомодный плащ. За ним! Оп, заметили все-таки. Ну ладно. Ничего, скроемся. Я его не вижу. Во, внимание. Сеньори стал. Так, бежим. Я вижу его. Ладно, быстрее. Бежим, бежим. Бежим. Еще один наемник? Он странно одет. Что он делает? Я уже видел это видно. Поспячимся-ка лучше. Немножко. А то что-то охрана вообще страшненькие тебя, в общем-то, что-то странно себя ведут. Ну давайте уходить отсюда. Чуть еще не спалили. Так, ну все, идем дальше. Где же я его убить? Да. Эй-эй-эй. Что-то они, конечно, около этого места постоянно ходят. Так, нужно набраться все-таки до нашей цели-то. Что-то вообще мимо пробежал. Тихо. Не то сделал. Так, ладно, побежали дальше. Че, стражники? Такой плащ. Так, уходим, уходим. Отлично. Так, ну все. Где нас это, в общем-то, это место, на которое нам нужно дойти. Что-то я пока не к нему до него добраться. Останки стражники мешают. Так, кажется, мы дошли уже. До этого места. А, как раз, да, вернулся нужно был как раз к Лауре, что ли, который помогал, в общем, нашим главным героям немножко обучаться мастерству стелса, не знаю, в общем, незаметного проникновения. Ну, много чего другого еще обучал. Майка, что-то... Думаю, мне лучше покинуть Флоренцию. Куда отправишься? У моего дяди Марио есть вилла у Монтериджони. Тебя по-прежнему разыскивают, Эдсо. И что же вы предлагаете делать? По всему кварталу развешаны плакаты. Если их сорвать, то все быстрее забудут про тебя. Кроме того, подстрекают народ глашатые. Подкупи их, и они не станут говорить про тебя. А еще ты можешь заняться теми, кто оговорил тебя. Они поступили с честью ради денег. Никто не пожалеет о таких людях. Разберись хотя бы с одной помехой, и сможешь спокойно уехать. Так, ну квест, убежище. Уменьшите свою неизвестность, срывая плакаты, подкупив глашатаев или убив продажного чиновника. Ну, любое, в общем, любое из этих трех, в общем-то, вещей можно сделать и... Я добавила программу, которая отслеживает уровень твоей известности. Этот индикатор поможет тебе оценить, действуешь ли ты инкогнито. Понятно. Так, в общем-то... Это подскажет, когда нужно быть осторожнее. Индикатор позволит тебе узнать, является ли этот уровень известности частью воспоминаний Эцио. Опять иностранец. Так,
Спиться здесь не получится, да? Так, где-то у нас плакат находится, интересно, где по небу. Так, попробую забраться повыше. Вот так, что ли? Жизнь, где у нас плакат-то? А, еще один. Как это? Как это вообще произошло? На минутку. Куда он делся? Он похож. Да, блин. Мои деньги, стража! О. Тихо-тихо, давай разбирайся. Так, где плакат? Ой, осторожно. Так, где плакат должен быть? Который нужно сорвать. Но где-то он... Что-то я, видимо, не туда пошел. Мне так кажется. О, зацепились. Вообще можно будет, как обычно, как описано, в общем-то, сорвать плакаты, подкупать лошадаев, убивать чиновников, которые говорили, в общем-то, и отцой теперь. И таким образом мы, в общем-то, снимем свою известность. Так, где плакаты? Где-то он пониже находится, что ли? Ага, точно. Вот как раз плакат так и срывать нужно. Мешать, чтобы уменьшать свою известность. Так, отлично. Минус 25%. Нужно будет, видимо, еще 4 штуки. Это 4 плаката. Это 3 плаката сорвать, либо что-то еще сделать. Так, идем дальше. Мы постараемся сделать все, в общем-то, вещи, которые можно сделать, чтобы уменьшить свою известность. Так, вот как раз это клашатай, по-моему. Это, точнее, это не клашатай, это. Да, чиновники, которые можно, в общем-то. Отлично, все. Срасовали плакаты, в общем-то, убили чиновника этого продажного, и все. Известность, в общем-то, полностью стерта. Точнее, уменьшена полностью известность наша. Таким образом, полностью наша, в общем, известность уменьшена 100%. Да, 75% это, в общем-то, этого мы ликвидировали, чиновника. Плюс еще 25% это, в общем, срывание плакатов. Дает возможности уменьшить нашу известность. Так, портные, может, костюмчик мешка? Хотя, мне кажется... Отходите, друзья мои! Мне, наверное, не хватит этих, да? Ремонт не нужен пока что, спихин, мне кажется. А, хотя хватит. Прибавится здоровье немножко и броня, плюс еще пригодится, думаю. Подкупим немножко эти кожи на плечи, пригодятся в дальнейшем. Расскажите обо мне своим друзьям! Угу. Ой, черт. Ах! Жестокая судьба. Нет, так, ну все. Долги забрал мою мельницу, а потом жена ушла вместе с дочерью и последними деньгами. Так, отлично, все. А, так, теперь возвращаемся к Пауле, а не к Лауре, как я думал-то. А Марик, да, они в общем, нас не ищут, смотри-ка. Мы можем спокойно прыгать перед ними. До этого, в общем-то, мы могли легко, в общем-то, прыгнуть, в общем-то, между ними, и они нас сразу же начинали нападать. Точнее, с нами сразу начинали гнаться. То вот раз все, известность мы сняли теперь. В общем, уменьшили нашу известность. И теперь спокойно можем мимо охранников, точнее, мимо стражников пробегать. Не привлекая их внимания. Даже прыгать перед ними. Вот так вот. Бентернато Эцио, ты добился своего? Да. Мама? Эцио, где ты был? Они не отпускали нас, а мама... О, она не произнесла ни слова с тех пор, как мы ушли из дома. Но отец все уладит. Где отец? Где Федерико? И Петруччо? Хм? Случилось несчастье. Ты о чем? Нет, это невозможно. Клаудия. Нет, 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 нет. Я сделал все, что мог, Пичино. Послушай, сейчас самое главное — укрыться в безопасном месте. Но если ты не будешь держать себя в руках, ничего не выйдет. Понимаешь? Очень хорошо. Ты позаботишься о матери. Тогда мы готовы. Еще раз спасибо тебе за все. Береги себя, Эцио. Будь осторожен. Верю, тебе предстоит долгий путь. Так, no quest. Arrivederci. Видите, вы видите Марию, Клаудио и Флоренцию и проводите их на виллу Аудиторе Монтарижне.
Ну да, это в общем территория постоит очень долгий путь. За мной. А, в общем-то, длиною в целых три игры. Вторая часть Assassin's Creed. Ора! Потом, в общем-то, Assassin's Creed Brotherhood и Assassin's Creed Revelations. Вот так. Вау, вот этот славный. Ой, только мне-то. Только мне-то хватало. Так, где монетки-то у меня? Ой, спасибо. Стой здесь. Монеты? Я слышу звон монет. Спасибо. Монеты? Я слышу звон монет. Так, этим мы тоже думаем, можно отвлечь внимание проводить. Иди отсюда. Ага. Так, а еще один. Золото? Откуда оно? Золото? Откуда оно? Пусть отвлекают, в общем, отвлекают внимание с деньгами. Они там все сразу за этим монетами ринулись. Так, этим может уже. Золотые? Кипона фортуна! Так, отлично, работает все. Отвлекающий маневр такой небольшой. Так, все, мы, конечно, достигли почти что наши цели. Ну да, точно. А... Так, что теперь? Куда-то дальше идти? Так, ладно, идем дальше. Хотя, конечно, можно побежать немножко, но лучше не торопиться. Ой. Бежим. Плакат можно сорвать. А где плакат-то был? А, вот он. Да, пойду-ка. Пойду-ка плакаты сорву все-таки. То как мне это сделать? Так, погодите. Нужно немножко известность, в общем, сорвать. Точнее, уменьшить известность. Тихо-тихо-тихо. Страшно. Ой, извини. Черт, неудачно. Очень рискованно. Так, побежали. Побежали. Да, пока-то, в общем, будет срывать таким образом, уменьшать свою известность. А лошадей подкупать, либо, в общем-то, чиновников ликвидировать, которые, когда мы назвали их, в общем, подкупными. Так, караваны. Кажется, мы уже почти достигли нашей цели. Почти что. Так, а сегодня надо было другим путем добираться. Как я понимаю это. Да. Вот у вас не хватало. Так, монетки давайте. Деньги. Так, все, побежали. Побежали. Так, а нужно будет, по-моему, их куртизанки использовать. Так, давайте. Отвлеките внимание охранников, а то нас не пропускают. Таким образом, давай-ка. Уходи, сейчас же! Так, все. Отлично. Помогли, но таким образом мы идем дальше. Не отставай. Как же такое могло произойти? Не ведаю. Так, убежали дальше. Что-то они за нами так убегут, в общем, те партизанки-то. Помогли, в общем, но что-то так не остают, ладно. Мы вообще вернемся? А, хотя все. Эх, знать бы. Ну, это, конечно, произойдет не почти что скоро, но яйцо, конечно, скоро произойдет. Если не ошибаюсь, то они пока не. Вот они вернутся не очень скоро. А Флоренцию-то. Ладно, все, кажется, мы достигли нашей цели. Андиана. А что станет нашим домом? Я не знаю. Их. Их похоронили как подобает? Да. Достойно. Все, миссия выполнена таким образом. У нас заканчивается новая последовательность. Да, по номеру 2 уже. Мы переносимся в следующий временной, в общем-то, отрезок, как бы. Не просто временной, как бы, период. Так и называл, в общем-то, последовательности. Тоскана. 1476 год. Так, ну и все. Мы подъезжаем. Грация, Дио.
Так, помощь дороге, проводите Марию и Клаудио на виллу Аудиторе в Монтериджине. Ну что ж. Идем. Прогулочка на шатау. В общем, путь этот наш, кажется, не такой, в общем-то, не такой безопасный, как окажется. Как кажется. На самом-то деле, нас там ожидает очень неприятный момент. Но это временно пока что будет. Смотрим. Бонджорно, Эцио. Как ты мог уехать из Флоренции, не попрощавшись? Эцио! Чего ты хочешь, Вьери? Дай-ка посчитать. Большой дворец, двух новых скакунов, красавицу-невесту. Ах, да! Еще убить тебя. Мои соболезнования в связи со смертью родных. Кто же теперь о тебе позаботится? У меня такие планы на твою мать и сестру. Вот так тебе. Мне надоела эта игра. Прикончите его. И не щадите женщин. Что это за колдовство? Не колдовство, малыш. Талант. Ну, покажись. Как угодно. Вот, возьми это. Убейте их. Убейте всех. Трус. Белорус. В последний раз, криминалер! Пару ударов. Давай, куда ты пошел? Красавчик. В общем, боевая система в этой игре, мне кажется, даже была улучшена. Много раз красивее всего где-то все боевые комбо. Так, мы почему-то добивающиеся. Точнее, контратаки пока не работают. О, красавчик. Точнее, контратаки пока не работают просто, значит. Как было в первой части, например. Так, помочь им? Отлично. Сзади их протыкать, в общем, типа, врагов не очень, по-моему, прикольно сделано. Такого первой части точно, по-моему, не было. Да и такой возможности даже не представляли нам. Чтобы нам там помогали, а мы там всегда, по-моему, одни сажались, а здесь, в общем-то, мы хотя бы помогают иногда. Так, ну чё, помочь? Благодарю. Оставь меч себе, Эцио. Разве мы знакомы? Ты не узнаешь меня. Это же я, Марио! Дядя Марио? Давно не виделись, племянник. Ох, давно! Я слышал о скандале во Флоренции. Ужасно. Пойдем, стоит увести вас подальше отсюда. Так, мы сразу теперь потонулись в Монтериджине. Ну да, так-то. Ладно. Что ж, была такая вот небольшая интересная такая прогулочка, плюс еще битва с людьми в Ерепатце. Так, мы трежни. Хотя можно почитать биографию об этой локации. На всякий случай. Так, дом мил дом. Смотрите виллу Аудиторе вместе с Марио. Рассказывай мне все. Отца. Так, Марио Аудиторе, год рождения 1434 год, кондотьер дворянина. Марио Аудиторе был одним из нескольких кондотьеров, патрулирующих территорию Тосканы. Он сыграл важную роль во время битвы при Ангиаре. Марио сообщил Микелетто от Андоло, что на дороге появились клубы пыли, это означало приближение войск миланцев. Благодаря этому флорентийцы сумели остановить и разгромить врага. Хотя битву при Ангиаре Марио был на стороне Флоренции, большую часть жизни он защищал родной Монтериджини от нападения флорентийских войск. Когда в 1454 году Джованни, младший брат Марио, перебрался во Флоренцию, чтобы стать банкиром, Марио остался на своей вилле в Монтериджине. В письме, адресованном Джованни, он заметил, что предпочитает драться как мужчина, а не возиться с банковскими книгами. Ну да, воин, все-таки. Казнили за предательство. Федерико и Петруччо тоже. Потом они пришли за мной. Ты знаешь почему? Нет, дядя, у меня есть только список имен. Он был у человека, который хотел моей смерти. Не могу поверить, что их нет. Не волнуйся, мы во всем разберемся. Мне бы твою уверенность. Не отставай. Давай, мы уже почти пришли. Уверен, тебе понравится в Монтериджоне.
Я думал, что Монтериджо не враждуют с Флоренцией. Сейчас да. Через год они будут союзниками, через два снова врагами, и так раз за разом. Я бросил все попытки их понять. Здесь живут честные, работящие люди. В наших лавках только простые товары, зато они добротные и надежные. Церковь здесь тоже есть. Про это вроде бы неплохой человек, но я не часто хожу к мессе. Ты знаешь, что вилла Аудитора была построена почти 200 лет назад? Ее построил мой прадед. Он был странным человеком и многое скрывал. Посматривай по сторонам. Может быть, тебе доведется раскрыть пару его секретов? Из-за всех этих междоусобиц она немного обветшала. Все думаешь, что давно пора привести ее в... Так, отлично, значок показывает, что в этом на сфере будет снова этот символ странный, который нужно было поискать, чтобы там какую-то загадку разгадать, конечно же. Будем искать сейчас. Помните еще и гробница этих ассасинов, что ли, будет, или какая-то, что там, в общем, что-то вроде это в этом месте-то. Порядок, но на ремонт вечно не хватает ни времени, ни денег. Что ж, такова же жизнь, верно? Вот мы и пришли. Каза Дольче Каза. Ну, что скажешь? Должен признать, впечатляет. Думаю, она видала и лучшие дни. Поверь, я бы вернул старушке прежний блеск, будь на то время. Так, осмотр мы закончили. Теперь нужно подобрать тебе снаряжение. Мои люди на рынке ждут тебя. Иди туда и возвращайся, как закончишь. Тогда и приступим. Приступим? К чему? Разве ты приехал не подучиться? Нет, дядя. Я просто сбежал из Флоренции. Но я собираюсь увезти семью еще дальше. А как же твой отец? Он бы хотел, чтобы ты довершил начатое. Начатое? Отец был банкиром. Постой, он ничего не сказал? Я понятия не имею, о чем ты. Макеми комбини, Джованни. Чего бы начать? Сходи на рынок за снаряжением, а у меня будет время подумать. Но... Безо всяких но. Поговорим позже. Вот тебе немного денег на расходы. А если захочешь отдохнуть, в твоем распоряжении комната на верхнем этаже виллы. Так, ух ты, сука. Немного, да. 2000 с чем-то флоринов. Так, вначале кое-что, какой символ найдем. Вот как раз это символ. Вот на этой стороне здания. Само, его, думаю, легко будет найти. Самое главное включить Алина зрение и, в общем, смотреть всю эту стену, вот эту переднюю. Фасад. Фасады, в общем-то, здания. Так, все, вот он, символ. Власть не погибает, она переходит от одного к другому. Потомки, получи доступ, Павел, давай посмотрим, что это за загадка. Так, он унес это с собой, найди его наследство. Франклин Делано Рузвельт на совещании 1944 года. Ну, нужно будет искать, как обычно. Так, инфровидение. Как обычно, нужно будет искать эти красоты. Там эти частицы демо, как называют эти шарики. Да, вот он как раз первый. Так, ищем второй. Вот с ним убирается с пыточной камеры 1113 год. Так, пыточная камера, где у него там шарика, вот он лежит. Так, ну последний, честно, будем искать третью, хотя не знаю, может больше. Гантин Сарена Марша 1130 год. Так, ищем его. А вот она. Так, ну все, пароль найден. 14523. Вводим. У нас скрывается новый файл. Да, потом посмотрим полностью весь этот видеоролик. Из, в общем-то, истины. Очень думаю, интересно будет узнать, что. Я уж не помню точно, потому что я помню, не полностью все собирал, когда проходил, в общем, в прошлый раз, когда записал прохождение. Потому что я его не до конца записал, и тогда я в первый раз, в общем-то, все это искал. Так, а... Да ладно, чуть прыгать будешь. Спальник ступенчик, так вот. Так, опа, у нас какая-то статуэтка. По-моему, здесь будет, нужно будет статуэтки искать. Да, статуэтку Марса мы нашли. Я не помню точно, где эти статуэтки нужно будет искать. То ли их нужно будет искать, по-моему, по этой красоте. По всему этому городу. Монтериджине.
если не ошибаюсь. Там будет точки обзора, потом осматривать. Хотя пробуйте на точке обзора осмотреть, перед тем, как идти туда. Да, с точки обзора все смотреть. А как раз вот она и находится, на этом здании наше. Потому что там, он сильно, видимо, здание обветшало все-таки. Видно как раз трещины. Некоторые окна досками забиты. Так, еще не зарезаешь-то. Да ладно, ты сделаешь... Ты... Что-то он не... Да ладно, давай, давай, залезай, зарезай, дружочек. Давай, зарезай. Ты же можешь у нас. Я тебя верю. Так, давай, молодец. Проверим все-таки на всякий случай. Что-то должно быть открыто. Точнее, что-то должно открыться. Эти статуэтки нужно будет поискать, потом там кое-что откроем, какую загадку, что ли, загадку, что-то еще там найдем. Секреты, как говорится, говорить секреты этого особняка. Один из секретов. О, Марика, что-то открылось. Так, а что-то открылось-то? Стена, Марика, стена кодекса. Но больше здесь ничего нету. Так, ну-то врач, аптечки мы кое-что скупим. У нас, в общем-то, есть эти фурины. Так, стена кодекса, по-моему, не то, что мне нужно. Так, ладно. Ничего-то я ничего такого хорошего не открыл. Кроме стены кодекса. Хотя, по-моему, где-то мы должны искать. Если не ошибаюсь, по-моему, мы должны будем искать. Как раз эти статуэтки. Одну, в общем-то, нашел. По-моему, нужно будет примерно найти 6 штук, что ли. Красиво, рискованно. Так, о, что-то блестит. Так, это помощь. Что... А, ящик. Такими фокусами он кого-нибудь убьет. Скорее всего, самого себя. Фларин прилавились. Я вот точно не помню, конечно, где нужно будет искать. Ой, извините. Мне это снится? Так, где нужно будет искать эти... А вот еще одна статуэтка. Нашел. Так, Венера. Хотя, может, это не статуэтки нужно будет искать-то. Хотя они тогда блестят, эти статуэтки. Немножко же потормаживает что-то. Так, еще фларина. Нашли. Так, сохранение сработало. Хотя должны больше подсвечиваться эти фонари, это все эти статуэтки. О, что-то есть еще. Так. Конечно, повыше будет лучше виднее. Даже те же статуэтки будут видны. Где, в общем, статуэтки нужно искать, я же точно не понял, потом думаю, обязательно, конечно, их найдем, что здесь точно может немало времени пробудем, и там если поищем. Погоди, что такое? Где-нибудь статуэтка нужно будет искать где-то. А, вот еще одна статуэтка вижу. Мне кажется, там, наверное, все-таки какие-то перья. Разве у нас не есть? О! Отлично. Возвращаемся. Так. Еще одну статуэтку нашли. Хотя, может, сразу поискать их статуэтки. Я бы просто вспомнить, где их искать. Так, а что такое там? Вот там туда нужно как раз идти. О, еще одну статуэтку вижу. Да, в общем-то, как говорится, лучше смотреть, забираться в какое-то высокое здание и оттуда смотреть. Так, еще нашли. 4 статуэтки, но я точно не помню, сколько всего. 6 что ли штук. То ли 8, то ли там, в общем-то, ну. Ну, по-моему, нужно будет там кое-куда ставить. Кажется, отсюда лучше смотреть. Все видно. Так, видимо, здесь нашел 2 статуэтки. У каждой стены, у каждого угла, точнее, наверное, статуэтки лежат. Так, перья, что взять?
Тихо-тихо. Попробуй теперь эти взять. Сейчас посмотрим дома. Все-таки заберу-ка я теперь. Ну да, 200. Но я все-таки его у каждой стены. Потому что обойдись нашел. В этом глупом том еще угол нашел. Возможно, как-то не там так же. Там же также будут сположены статуэтки. Потом посмотрим, сейчас посмотрим внимательно. Надеюсь, по-моему, всего ты 8 штук, что ли, нужно будет найти. Потом приземляемся удачно. Не будем торопиться. Так, на коленнике, что-то у нас кинжал. Так, ремонт. Нет, поначалу купим доспех. Так, кожа на голенике, за шель купить. Так, отлично, пригодится. Так, назад. Короткое оружие, кинжал. Угу. Сейчас еще аптечки купим. Конечно же, аптечки еще купим. О, сеньор, расскажите обо мне друзьям. Угу, конечно. Так, так, где у нас аптечки? А, там, конечно, аптечки нужно попробовать. Здоровье все знаете, аптечки купить. Так, лечить не нужно. Но аптечки, думаю, точно купим. Я их 3 штуки использовал тогда. Очень полезная вещь в этой игре. Не зря вели по сумму. Вот и все. Заходите еще. Такое новшество при этом появилось. Так, пойду-ка все-таки залезу, осмотрю еще. Найду эти статуэтки. Вдруг сразу все найду. А, по-моему, я точно помню, что она открывает точно гробницу-то. Ассасинов какую-то, точнее, ассасинов гробницу, какую-то, в общем-то, одну вещь. О, так, нашел статуэтку, кажется, еще. Да, понятно, не спустись-то, там статуэтка. Отлично. Минерва. По-моему, какие-то древнегреческие боги, что ли? По-моему, Аполлон там был, да? О, кажется, еще что-то вижу. Так, кажется, еще одну статуэтку вижу. Если я так понимаю, да? Да-да-да. Нептун. Так. Да. Да, Посейдон, по-моему, бог греческой мифологии. По-моему, Посейдон был бог. А это Нептун, видимо, по-моему, римская, что ли, мифология. О, еще есть. Так, где-то сейчас, по-моему, видимо, найти 8 штуку. Так, я вижу. О, перья, по-моему, что-то или нет. Ну да. А, нет. Флорина всего лишь. Но и то пригодится. Примерно скоро дадут, если не ошибаюсь, эти метательные ножички. Так, вот он. Отлично, Юпитер. Смесь, в общем-то, греческой и римская мифология, хотя не похожи по самому чем-то. По-моему, что-то я вижу еще. Мне кажется, последний осталось найти. Там уж где-то. Где-то еще что-то есть. Где-то еще что-то есть, наверное. Сейчас смотрим, да. Он сумасшедший. Так. Еще внимательно посмотрим. Где-то еще должна быть одна. Статуэточка. Хоть сколько там всего я нашел? Я уж не считал. О, так, Флорина. Флорина. Где-то еще, в общем-то, статуэточка-то. Потому что она что-то открывает, если точно не помню, гробница какую-то. Где же еще, да? Куда-то посмотрите, найти бы эти последнюю статуэтку. Это, мне кажется, это есть последняя статуэтка? А, это нет, это не последняя статуэтка, это...
там, где нужно вставлять эти стрелки. Так, отлично, вставили. И что мы там нашли? А, всё лишь шпарины. Понятно. Как раз это секреты. Хотя, может, я все нашел, не знаю. Так, здесь тоже все нашел. По-моему, две шпарины получим, да? По 2000 флоридов с каждой. Вот такой вот пьедестальчика. Хотя мне кажется, я, наверное, не все нашел. Где-то что-то забыл. Посмотрим потом, поищем еще. Ну, в общем-то, если, в общем, не найду в этой серии, то можно потом больше как раз будет написать в комментариях, как мне найти последнюю статуэтку. Если, конечно, я найду не все.